Прежде чем я приступлю к сидящим в зале, я хотел бы сюда вызвать, прямо сюда, мне написала письмо эта девочка, 27 лет, и по поводу спинномозговой крыжи. Она идет в зале, сидит. Если есть, доставьте ее сюда. А вы сейчас будете видеть, как эта девушка идет. Вот она сюда добирается. У нее, насколько я имею информацию, спинномозговая крыжа. Это то, что не излечивается. А если излечивается, то ставят каркас металлический или операцию. Но надо сделать так, чтобы у нее не было ни операции, ни каркаса. И чтобы она хорошо ходила. Ну, посмотрим, что получится. Очень яркий такой вариант. А потом я его сюда возьму, потом я буду работать с полностью залом, с этими девчонками, что там сзади меня. Спасибо. Давайте сюда, да. Ну, давайте, сопровождайте ее дальше. Красивая такая девушка. 27 лет вам? Да? 28. А 27, ой, извините, я ошибся. 27 и 28. Большая разница. Что случилось? Что случилось? Болит спина. А? Спина болит, поясница. Ну, спина болит, это уже следы. Тебя машина переехала. Упала. В 16 году упала. И что был перелом? Где? Что? Перелом. А мне не сказали, что перелом был. Как только начинаешь выяснять, вместо спинномозговой грыжи уже машина переехала, уже был перелом, уже была операция. Операцию делали? И что вам трудно, как наклоняться трудно? Где вам больно? В ногу не отдают? Право. Ступайте, да. Я беру на свой так страх и риск. Вот туда, за кулису. Да. Потихонечку идите туда. Идите. Ну, все видят. И что сделать? Ничего. А вас что, врачи, что вам сказали? Остановитесь. Что врачи вам сказали? Ну, сказали операцию делать. Это в Алмату я недавно ездила на санаторий. Сказали сделать операцию. А вам не говорили, что вам поставят металлический каркас? Нет. Просто операцию. Только это сделали два раза в городе Уральском, многопрофильной больнице. И громче говорите, и более четко. В многопрофильной больнице блокаду сделали нейрохирурги. Ну, идите. Идите туда потихоньку. Там вас сейчас подведут куда и посадят на место. А мы с вами приступаем к вашему лишнему весу. Сидящие в зале, глаза закрыть. Хорошо, что за моей спиной лежат вот эти прекрасные женщины. Ну, очень такой яркий случай. Начало. А чем закончится? Все в зале, откройте глаза. Ну, показывают плод. С этой девочкой, и вы тоже знаете, что она была обречена на бесконечную вот такую ходьбу. Все. А теперь получилось, сколько потратил времени? 5 минут, да? Да?
Сейчас подойдешь к Галине Николаевне, она тебя запишет. И не уходи, я тебе еще два слова скажу. Хорошо? Ну все, спокойно пошла, красиво пошла. Что вы хотели сказать? Вы же поймите, вы без микрофона, вас не слышно. Здравствуйте. Что? Это моя сотрудница. Большое вам спасибо. Ваша подруга? Сотрудница моя. Моя сотрудница? Да-да. Воспитатель детского сада. Она? Вот она мучается уже больше 3 лет. Вот эти вот. Больше 3 лет? Да. Огромное вам спасибо. И все. Один зайчик. Да, это частный садик. Мне ничего не надо. Вот то, что с ней произошло, это подарок мне, вам. Правда? Конечно. И подарок людям. Мне сказали, что где-то тут в зале есть человек, он хотел сюда добраться, и он не может двигаться. Подождите. Пускай поднимет руку. Давайте мы посмотрим, как он сюда будет добираться. Я хочу посмотреть и спросить у него два слова. И определиться, могу ему что-то сделать, не могу. Потому Как вас зовут? Как? Вот это уже мне непонятно. Так, что случилось? Где там второй микрофон? Нет? Сейчас. Давайте, всем же интересно, правда? Что с этого получится? Коротко, да, нет, отвечает на мой вопрос. Что случилось? Что случилось? Ну, у меня грыжа. А нет, грыжа. Может быть, у меня жена, и что дальше? Ты же надо рассказать, где вы взяли, почему? Я болею вообще давно уже. Сколько? Не знаю, где-то 14 лет. Сколько? 14 лет. Всю жизнь у меня спина болит. Ну, так сразу. Так, операцию делали? Нет, не делали. Массажи делали? Массажи иногда вот так. Как? Иногда. На спине делали массаж. Просто массаж. Ну, массажи. Какая разница на спине начала? Ну, почти не делали, нет. Операцию не продолжали вам? Операцию предложили, а отказался. Ну, правильно сделал. Наверное, сам себя спросил, правда? Сам себя спросил, думаю, подожду, правда? Ну, я так думал, что они просто испортят там. Правильно. Не восстановится. Область это очень сложная, а для операции раз делают, потом ставят каркас. Каркас не говорит, что поставят. У вас какие-то бумаги есть, какие-то что-то есть? У меня дома. Дома у вас есть заключение врача, да принесете завтра. Принесете завтра ваши исследования, а теперь идите туда, постарайтесь там пойти, я подойду к вам скоро. А дети у вас есть или нет? Не жена? Вот это кавалер сейчас будет у вас. А сколько лет? 49. 49. Не жена? Из этой группы? Пойдемте к нам. Да. Что у нас? Сердца. Как это не можно сердце говорить нормально? Морфология. Опять открыл глаза. Ну все, дело сделано. Сейчас. Покажите, как главный город. Пошел туда, а назад ходил. Туда, ровненько пошел. Красиво. Вот так. А теперь побежал назад. Песня, откуда? Еще быстрее. Всю жизнь. Еще раз побежал.
Ровно тоже, ручная работа, холостой, действительно. Я сказал, что будем помогать тебе найти хороший дизайн. Все, идите, там Полина Николаевна.